Привет, друзья! На связи с вами снова Моряк, он же Гуляков Сергей, и это означает, что на нашем судне вышел новый фокус. В этом видео я хочу показать вам трюк, который называется сепаратор. Итак, для этого трюка мне понадобится 4 короля. Всех этих королей мы разложим вот так вот на отдельные стопочки. Ну и, конечно же, какие короли без подружек. То есть мне также понадобится 4 дамочки. Одну из дамочек я уберу к королям, а на место ее положу одного из королей. Но после щелчка пальцами включается волшебный сепаратор, и король пропадает среди дам. Хорошо, давайте мы уберем одну даму снова сюда, и на ее место положим одного из королей. Снова щелчок пальцами, и снова мой король исчез. Снова давайте дадим королям фору, уберем одну даму сюда, поместим сюда последнего короля. Снова волшебный щелчок, и король испарился. Его не найти. Хорошо, давайте разложим дам здесь. Друзья, думаю, ни для кого не секрет, что если короли где-то исчезают, то само собой разумеется, они где-то появляются. Собственно, в этом месте наши короли собрались. Теперь давайте проведем такой эксперимент. Поменяем королей и дам местами. Уберу одну даму к королям. И на место положу короля. За место дамы, да? Ну, куда-нибудь вот сюда, примерно в серединочку, я уберу даму. А на ее место отправится король. Снова уберу даму. Вот на это самое место отправится король. И последнюю даму я отправлю к королям. И на ее месте также появляется король. Но, как ни крути, с королями такой фокус не прокатит. Короли всегда остаются королями, и они всегда здесь, в одном этом месте. Чего не скажешь о дамах, которые исчезают и на своем месте оставляют 4 помощников, 4 тузов. Друзья, это был трюк-сепаратор. Смотрим обучение.